Евгений Нехаев – таможенник со стажем. Трудится на Бобруйском посту 12 лет. Прошел путь от инспектора до заместителя начальника. Только за прошлый год, благодаря его профессионализму, обнаружено незаконных грузов более чем на 56 тысяч рублей. За высокие показатели в работе награжден нагрудным знаком Государственного таможенного комитета Беларуси. Я считаю, что в таможенных органах случайных людей не бывает. Сотрудники таможенных органов должны обладать рядом качеств, чтобы выполнять свою работу, такие как целеустремленность, добросовестность, умение обрабатывать большой объем информации в короткие промежутки времени и уметь правильно принимать правильные решения, а также строго соблюдать таможенное законодательство нашей страны. 4 мая Могилевская таможня отмечает юбилей – 30 лет на страже экономических интересов страны. Свой неоценимый вклад в общее дело вносят сотрудники Бобруйского поста. Через него ежедневно проходят порядка 200 партий товаров, как на импорт, так и на экспорт. Серьезный кадровый и технический потенциал позволяет решать государственные задачи на самом высоком уровне. Имеются на вооружении досмотровые комплексы, которые помогают досматривать машины, не открывая их, и обнаруживать незаконно перемещаемые товары в самых труднодоступных местах. Из инноваций стоит также отметить применение навигационных пломб, использование центра электронного декларирования, с помощью которого получается выпускать товары из различных точек Беларуси в одном месте. С 2020-го Бобруйский пост стал частью таможенного эксперимента. Теперь здесь оформляют не только местные товары. Грузы едут со всей Беларуси. Благодаря чему декларации равномерно распределяются между пунктами пропуска. Здесь не бывает сбоев, задержек и очередей. Четко отлаженный механизм работает как часы. В настоящее время таможенные органы оказывают максимальное содействие бизнесу, в связи с чем пытаются сократить время совершения таможенных операций до минимума. Количество вывозимых партий товаров по процедуре экспорта, оформляемых до 5 минут, составляет 60%. Количество ввозимых партий товаров, оформляемых до 1 часа, более 70%. В этом году сотрудники Бобруйского таможенного поста выпустили около 8 тысяч деклараций на продукцию, перечислили в бюджет страны свыше 132 миллионов рублей, обнаружили нелегальных товаров на сумму порядка 100 тысяч. Непростая обстановка на рубежах требует от каждого еще большей ответственности и компетентности. И люди в погонах готовы дать отпор контрабанде и трансграничной преступности. Татьяна Горбач, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.